вечір, шановні друзі. Ми з вами знаходимося на території станції Сіль, будь-якої розташоване селище, яке має таку ж назву. Саме про проблеми сельчан і піде розмова в нашій сьогоднішній передачі. В мікрорайоні станції Сіль, по статистичним даним, проживає 1200 жителів. Із них жителів пенсіонного возраста 396 чоловік, 180 дітей школьного і дошкільного возраста, остальная часть населения – работающие. Микрорайон станции «Соль» делится на восточный и западный районы. В восточном районе расположены вагонное депо Донецкой железной дороги с количеством работающих 180 человек, неполная средняя школа номер 23 с общим количеством детей 93 человека, детский сад, рабочая столовая, медицинский пункт, магазин торгового дома города Солидар. В западном районе станция «Соль» Донецкой железной дороги, на которой работает 108 человек, отделение связи, магазин «Магистраль». Еще раз здравствуйте. На жаль, наше життя таке, що вносить якісь корективи в наші плани. І передача, як вона планувалась, у нас не вийшла, тому ми нашого головного героя передачі запросили до нас в студії. Це народний депутат Солидарської міської ради Світлана Миколаївна Шевченка. Ну, я думаю, нам лучше перейти на російську мову, так як вона ближе вашим збирателям. Світлана Миколаївна, прежде всего, такой к вам вопрос. Скажите, вот вы, наверное, местный житель Сали, да? Да, конечно. Знаете все проблемы сальские. Да. Много ли вы уже работаете в должности депутата? И что сделано вами? Какие решительные шаги предприняты? Жители микрорайона станции «Соль» оказали мне доверие быть депутатом с 1994 года. Главной основной задачей в наказах избирателя было открытие автобусного сообщения между станцией «Соль» и центром города, то есть городом Солидаром. В настоящее время жители станции «Соль» пользуются услугами автотранспортного предприятия города Артемовска. Кроме того, существует множество других проблем. За истекший период ко мне обратилась половина жителей микрорайона станции «Соль» с различными вопросами, которые я решала по мере возможности. Существует и много других проблем, в частности, проблемы с дорогами. Единственная центральная улица по станции «Соль» – это улица Мичурина, до половины покрыта твердым покрытием, но она в течение длительного времени не ремонтируется, а другая часть улицы представляет собой сплошные ямы, в дождливую погоду залитые водой, по которым ни пройти, ни проехать. Все остальные улицы имеют еще более печальный вид. Можно задать такой вопрос: а как же жители улиц, почему они не реагируют на это? Ответ простой. Жалобы и просьбы жителей некоторых улиц еще с 95 года так и остались на бумаге в городском совете и не рассматриваются из-за истечения срока подачи заявления. У жителей поселка существует много проблем с водой, так как водовод микрорайона обслуживается Краснолиманским отделом водоснабжения. Взять, к примеру, последний случай порыва. В течение последних 4 месяцев жители западного района испытывали неудобства и трудности. На неоднократные депутатские запросы начальник Краснолиманского отдела водоснабжения Столяров отвечал, что техника неисправна и сейчас возможности произвести ремонт не имеется. Пару недель назад ремонтные работы все-таки были произведены, и жители получили долгожданную воду. Далее можно остановиться на такой проблеме, как освещение улиц. Микрорайон обслуживается малым предприятием «Энергетик», но, к сожалению, руководители этого предприятия не всегда прислушиваются к просьбам жителей, часто ссылаясь на нехватку электроламп и прочее, а в результате страдают люди. Здание местной школы – одно из самых старых в нашем районе. В этом году будет отмечать свое 80-летие. Многие учителя отдали свои силы и знания детям, обучающимся в стенах этой школы. Среди них ветеран педагогического труда, воспитавшая не одно поколение выпускников, Лидия Еремеевна Латоненко. Но кроме положительных сторон, в школе существуют еще и проблемы. Одной из основных проблем является отсутствие в школе специализированных помещений, таких как спортзал, столовая, благоустроенный туалет.
Если спортивная площадка, на которой хватает места не только диким, но и домашним птицам, в какой-то мере удовлетворяет спортивные потребности школьников в теплое время года, то с наступлением холодов занятие физкультурой переводится в тесный школьный коридор. Трудное время из-за отсутствия постоянных выплат заработной платы и пенсии большинство жителей не могут приобрести и заготовить топливо в зиму. Многие, особенно люди помоложе, хотели бы иметь газ в домах, но об этом можно только мечтать. Еще хотелось затронуть такую проблему, которая, я думаю, актуальна для каждого населенного пункта. Это дух молодежи. Самой острой и волнующей не только молодежь, но и взрослую часть населения остается организация досуга молодежи. В микрорайоне отсутствует клуб, а помещение, в котором когда-то проводились вечера и дискотеки, находится в заброшенном виде. В вечернее время молодежи некуда пойти. Вот они и слоняются на железнодорожном вокзале. И от безделья, как правило, разборки пьяной молодежи. Телефонная городская связь так и не вошла в дома наших жителей. Микрорайон обслуживается железнодорожной телефонной связью. И практически выйти в город Солидар или город Артемовск не предоставляется возможным. Раньше в определенных местах были установлены телефоны-автоматы. Но по чьему-то указанию они были сначала отключены, а потом совсем сняты. Светлана Николаевна, я думаю, также сложно выйти и из городов Артемовска в Солидар на Сольскую АТС и какого-то абонента зазвониться на Соль. Думаю, что эта проблема тоже довольно актуальна. Связь с внешним миром. Да, и последнее. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к администрации налоговой инспекции, или как она там правильно сейчас называется. Мои избиратели-пенсионеры просят открыть пункт регистрации по станции Соль. Ну что ж, я думаю, на этом передача наша подошла к концу. Все наиболее злободневные проблемы мы в ней подняли. Как они будут решены, покажет время. Надеюсь, что к этому прислушается и администрация Солидарского городского совета. Спасибо за внимание. Когда съемочная группа студии «Заказ» покидала пределы поселка, местные жители продолжали заниматься привычными делами. Но все же в их душе осталась надежда на то, что их проблемы будут хотя бы частично решены.